Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В преддверии профессионального праздника поздравления и награды получают сотрудники Видновского троллейбусного парка, которые проявили себя в трудовой и общественной жизни коллектива. В гости к работникам пришли заместитель главы муниципалитета Сергей Гаврилов и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская. Выступая перед коллегами, директор Видновского троллейбусного парка Ольга Киндина отметила, что коллектив предприятия прикладывает все усилия, чтобы поездки были максимально комфортными для жителей. Радуемся каждой, даже самой маленькой победе в нашей работе. Пытаемся сохранить наш коллектив в полном составе. Мы пытаемся активно участвовать в этой жизни и своим трудом показать, насколько мы нашему народу можем быть полезны. А ведь жизнь их начинается с нас. Троллейбусы появились на дорогах Видного в 2000 году. Каждый день на линию выходят 14 машин. В коллективе работает 143 человека. Заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Гаврилов отметил, что парк занимает большую долю в пассажирских перевозках. Ежедневно услугами вашего предприятия пользуются около 6000 жителей нашего округа. Троллейбус является не только самым экологически чистым, но и одним из любимых видов передвижения для наших жителей. Всех хочу вас поздравить с профессиональным праздником, Днем работников автомобильного, наземного, пассажирского транспорта. Пожелать всем здоровья, благополучия и новых рабочих успехов. С праздником, друзья! Лучшие специалисты получили благодарности от главы Ленинского городского округа, почетные грамоты Совета депутатов, благодарственные письма.